Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в шпионажку на сиродни ролеплей, 4-й сервер. У них здесь легенда Путбуль, не забывайте вводить паник при регистрации. Так, для моих подписчиков есть специальный промокод. Пишем МН, 10-й пункт, промокод, и вводим вот такой промокод, КГЕЙМ. Как только вы играете 7 часов, вам дадут 50 тысяч. Все будет в описании, заходите и играйте вместе со мной. Так, господа, короче, надо нам какую-то подработочку найти, потому что, да, есть бизнес, есть гелик, есть Феррари. Но, блин, нужны бабосики, все равно, нужно как-то подзаработать их. Давайте сегодня мы поедем на шахт. Я видел разные шахты на разных проектах, но на Радмире я еще, по-моему, не был на шахте, поэтому мне будет интересно посмотреть. И вроде бы как там неплохо платят, поэтому берем гелик и едем туда. Все, гелик взял, теперь нужно, короче, найти, где у нас находится эта шахта, общественное место. А где тут работа? Вот, по работе. Так, работа шахтера. Отлично. Все, выбираем, где у нас это находится, в принципе. А хрен его знает. А, вот она, короче, рядом как раз здесь, поэтому едем туда, в принципе. Посмотрим, что там и как. Все, я уже, короче, подъезжаю, давайте посмотрим. Ну, в принципе, я эту шахту когда-то видел, по-моему, но я здесь не работал, по-любому, я это отлично помню, что именно здесь я не работал. Так, давайте припаркуем гелик, прямо вот здесь, все, фары выключаем. Я лучше, думаю, ключи тоже выйти, на всякий случай, чтобы не пыздили машину, короче. Все, я устроился, в принципе. Так, бежим в конец, посмотрим, сколько здесь бабосиков. Главное, это, пацаны, бабосики, да? Так, давайте найдем место, никакого чекпоинта на карте вообще нету. Поэтому сейчас придется, типа, к любому месту подходить, надо идти похуярить. Нет, здесь нельзя. А где ее добывать, эту руду? Алло, можно мне туда? Во-во-во-во. Так, нажимаем, короче, Е, и он начинает все, в принципе, сам делать. Здесь ничего нажимать не нужно, просто нажимаете, и анимация делает все, в принципе, за вас. Я думаю, это довольно-таки нетрудно и понятно. Все, появляется, в принципе, ящик, и мы можем его нести, я так понимаю, на этот поезд. Потом он будет ехать, нам нужно будет выгружать, либо нет, я точно не знаю, блин, я еще здесь не работал. Я знаю, как она выглядит, эта шахта, но именно как здесь по зарплате и как здесь все происходит, я не знаю. Поэтому сейчас посмотрим, в принципе. Так, мы принесли 50 килограмм, отлично. Давайте я хотя бы, ну, килограмм 300-400 принесу и посмотрим, сколько нам заплатят. А, стоп, пацаны, я перепутал, не Е нажимаем, а F. Просто я сначала F, потом Е нажал и подумал, что Е та кнопка, на которую нужно, типа, начать работу. Но нет, вы подходите вместо добычи руды и нажимаете букву F. И все, в принципе. И у вас все быстро это происходит. Не, надеюсь, хотя бы нормальные деньги, там, 1005 хотя бы заплатят. Так, пацаны, все, я работаю еще, короче. Пацан пишет, вот дружить. Видите, шахта объединяет людей. Здесь зарождается дружба, любовь, пацаны, все дела. Шахта это наше все, короче. Шахта это наше все. Ну, хз, напишу, ну хз. Ну, блин, я, блин, не люблю вот это дружить. Жить с кем, ну, знаете, типа, незнакомые люди там и так далее, в принципе. Я особо вообще, ну, редко с кем играю, именно по скайпу там и так далее. Я в основном играю сам, поэтому я не знаю, я не особо люблю знакомиться там в игре, дружить и так далее. Но, кстати, блять, я что-то вообще туплю жестко. Вы просто подходите сюда и не нужно ничего нажимать, оно само начинает работать. Я какой-то дебил начал придумывать клавиши какие-то, блять. Короче, бывает такая хуйня. Так, ко мне этот жестко чувак пристал, Иван, давай дружить. Ну, я не знаю, дружище, блин. Я не знаю. Блин, ну, скорее всего, это новичок просто. Ну, да, это круто, типа, что в основном все так и делают, когда приходят впервые на какой-то сервак, там, без друзей, они ищут друзей, там, потом начинают вместе развиваться. Да, это классно, но, блин, я ж особо таким не занимаюсь. Я вам объяснил, почему. Потому что я в основном постоянно просто снимаю, я редко так чисто играю для души. Свое удовольствие в основном так я снимаю. Так, ну, во-первых, блин, видите, он жесткий МГшник, да, возможно, он впервые сыграет с КРМП, хотя маловероятно. Он уже пишет, год дружить, ID33, блядь. Ну, такое себе, да, пацаны? Ну, я живу, здесь, пацаны, зарождается дружба, любовь, семья, блядь. Это все шахта, пацаны. Шахта One Love просто, понимаете? Здесь 50 килограмм, я думаю, хватит, блин, чтобы узнать, сколько здесь как бы платят, потому что, блин, носить дохренища я смысла не вижу. Я сейчас посмотрю, если где-то хрена платят, то может на стриме. Запущу стрим и будем здесь хуярить, зарабатывать деньги. Либо просто покажу вам, сколько здесь платят, есть смысл сюда идти или нет. Так, нажимаем, да? 700 рублей. Так, вы добыли? Ну, не знаю, пацаны, блин, это много или мало? Я вообще не знаю, в каких подработках больше всего платят. Ну, вроде бы на шахте, как я понял. Либо нет, не знаю, что у нас еще из GPS? Давайте посмотрим. Общественные места, так, по работе. А есть еще лесопилка, база мусоровозов, завод по производству продуктов, нефтезавод, пирс, АТП, пожарная часть, дорожная служба. Ну, блин, я помню, доработал дорожной службы, когда еще играл на втором сервере, если что, я играю на четвертом. И, блин, ну, мне
эта работа как-то не очень понравилась из-за того, что там пиздец, мозгоёб какой-то. Поэтому я не знаю, какая работа лучше всего. Кто знает, пишите в комментариях. Возможно, в следующей серии я заценю эту работу. И, возможно, потом на стриме поработаю и так далее. Ну, шахта не понравилась. Здесь ничего, в принципе, такого прям трудного нету. Вообще ничего трудного нету. Но, блин, платят довольно-таки не очень много. Я потратил, ну, примерно минут 10 на... Да, вот, пацан, так надо на шахту приезжать, короче. Вот, все, заебись, припарковал. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Заходите на 4-й сервер Адмира, все ссылки будут в описании. Играть можно как с лаунчера, так и без. Вводите мой промокод и всем желаю удачи. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.